Куэвас 23-й. Ух ты, сейчас очень хорошо Пабло Куэвас исполнил. И неправда. О, попал с приема Куэвас. Манфис подачи выход. Такой рабочий настрой у него. Минимальное количество, просто минимальное количество промахов, никаких экспромтов. У сетки Куэвас выигрывает первую партию, уругвайц 6-4. Здорово подавал. Реализация чуть-чуть. Ну и соперник тоже. Непростой. Непростой. Ничего себе. Место в рейтинге позволяет напрямую ему попадать во все практически турниры. Я бы, конечно, вот в данном розыгрыше... Проигрывает свою подачку. Я вздрогнул. 2-4. Да, вот этот, конечно, последний розыгрыш. Да и перед этим. Уникально. Уникально занимает точку. Уникально отгадывает решение. Предугадывает. 13-й гейм второго сета он... не упустит. Ух ты! Надо обязательно попасть в линию. Надо обязательно сыграть. А? 5-0. На ногах. Вот он, вот он этот. Девушки начали первый гейм. 40-30 на подаче итальянки. Ой, Манфис, в растяжечке. Ну как же легко внешне. В растяжке. Все концовки. Ну и в итоге дарит это. Ну это уже нервы. Это уже от... не знает, что делать. 7. Это опасно. Это опасно. Фу-фу. Я не чувствовал, добежал, что здесь скорость паровоза и проходимость танка. Мощно как справа начал бить Манфис. Никогда не узнаешь. Это он в стойку судейскую, в вышку попал? Не хотел. Я думаю, что Ализе Корнетти. Кстати, а уругвайец-то тоже в прошлом году только вернулся после как бы двух этапов залечивания травм. Он так и Манфис теннис. Ого! А специально такой удар? Ого! Скрытый сетбол у Павла Куэваса. Кажется, скоревенько сыграл Манфис, но очко это ему принесло. Сложность с полулета удар. 2 из 8 реализовал брейкпоинтов Куэвас. И проигрывает свою подачу Манфис. 5-3. Ох, так усилил форхенд, но затем перестарался с... Ну, еще одна ошибка. И сет за Пабло. Победа на большом шлеме, но хотя бы финала. И однажды он был близок. Да, немножко ему не хватило. С кем? С Роджером играл? Мы просто их много смотрим в последнее время и говорим, что все талантливые, но вот чуть-чуть чего-то не хватает. Ты бы кому отдала? Ой. Гейм берет Куэвас. Счет становится по соперников, с которыми всегда нелегко. В ноги как сыграл, а? Ой-ой-ой. Свою игру не может переиграть француз. В раунде. А может быть встреча Роджер Федерер Пабло Куэвас, ну? Ужасный гейм проводит Гаэль. Завершила свою встречу со счетом 6-3, 6-4. Она обыграла Суареса.
Вот они. Самый активный в полосатой рубашке. Какой молодец, Гаэль. Казалось бы, все сделал уже Пабло для того, чтобы... Так. А у нас тут не все. Уже интервью. У нас тут... Молодец, уходящая. Не справляется с ней Куэвас. Берет гейм. Итак, камбэк продолжается, но вот сейчас важно. Давайте посмотрим, как Флавия Пинета. Несомненно, талантлива, и за ней интересно наблюдать. И часто мы видим девушек, которые из бэкхенда играют одну. Три партии он выигрывает у Монфис. Но два гейма к ряду. Даже три. Ой-ой-ой. Как же так, Пабло? Все было. Внимательно. 0-15. Ох ты. Ой-ой-ой-ой-ой. Пабло. 9 из 10, да, попадет? Другой ситуации. Ну вот, видите. Посыпался Куэвас. Поразительно. Кто бы мог подумать? А ведь он вел. Не могут, не смогут говорить. Ну, а Гошасан тоже тут. Не получается. А забыть? 35. Ну, вы слышите, да? В предыдущем матче за 20 было эйсов. Сегодня это похуже. Сколько? 5 геймов подряд берет француз? Теперь уже Монфис играет легко и свободно, как ни в чем не бывало. Все. Невероятно. 5 геймов подряд. Просто 5-й сет победы. Не тот случай. Немножко там подскользнулся, но все равно. Ух ты. Пабло. Да. Ну, первый розыгрыш пытался завязаться в этом гейме, но... Но этот удар уже никак не достать. Будь ты даже Хусейн Болтом. И тот, и другой. Ювелирная работа Гаэля Монфиса. Из отскока. Берет гейм. 0-30. Он и не проиграет. Под ноль берет гейм. И счет становится 5-3 на матч. Сейчас французу нужна полная концентрация. Он нас как-то неправильно отреагировал на возгласы с трибун. Но у нас матч был.
absolutely amazing career, and it's wonderful to have you on our team. And please welcome Rafa Nadal.